Запись дубля. Я Удир, я отыграл Last Diner Survival, и сегодня у нас прохождение, 7-я часть, это круто. Получается, день 3-й, как пошел временных заданий, получается, прошлые задания, они сразу пропадают. И вот, видишь, создать генератор, это последнее задание, когда нет жестких дедлайнов. Дедлайн — это вот крайнее время, крайний срок. Удир, не надо использовать слова, которые ты не знаешь, не надо так. Пошли гуглить, короче. Дедлайн — это последний срок, предельный срок, дата или время, которым должна быть выполнена задача. Дедлайн, все. Я уже зачистил за кадром вчера и выполнил последнее задание. Убить токсичных зомби. И получил новый уровень. Давай в инвентаре быстренько навык выберем. Здоровяка до конца докачу. Быстрее его закроем, быстрее нам подается этот уровень взломщика. Хотя бы первый, как минимум. Так, давай приступим к небольшому обзору вообще базы, что у меня здесь да как. Здесь у меня 20 кожи есть, здесь готовится уголь в кострах у меня, то есть запасом уже есть. Потом мясо, естественно, вот, основное это хил, у меня почти 2 стака есть бинтов и полустака аптечек. Остальное так по мелочи, чисто с собой таскать, не знаю зачем. Вот столько еще кожи, запасы кожи, растительного волокна, вообще в принципе ткани, даже один медный стальной слиток есть, 2 лупы. В принципе, здесь уже ресурсов хватает на то, чтобы построить мост на ферме, но за исключением являются железные слитки, их целых 40 штук надо, но их у меня пока что нету. В печке у меня десятка всего лишь есть, надо будет железную руду нарубить. Получается, а сегодня лиса. Так, теперь по хилу прошлись, броня и оружие. Здесь вот чисто декор какой-то там. Здесь у меня есть шапочка, лакомство для собак в подвале получили. 4 глока, ну давай просуммируем. Где-то у меня 3 глока в сумме, да? Вот так накинуть, то 3 глока в общей сложности получится. С этим, в принципе, можно идти уже бункер зачистить. Да, еще и более-менее уверенно так. И, наверное, если я пойду в бункер, то начну с 3-го этажа. И холодного оружия. Угу. Монтировку я сейчас с собой возьму на красную локацию. Сосновом лесу. В любом сосновом лесу. Толстяков мне же надо убивать. Это, по идее, красная локация сразу. Ну, и отсюда сейчас мелочь вот эту заберу. Это вот веревки с кусками ткани. И все, можно переться уже в лес. В принципе, по броне и холодному оружию у меня уже все. Вот я тебе все показал. Более-менее нормально. Торговец. Также семена мозговихи. Если он тебе дает травку, которая восстановит тебе энергию, то ты можешь быстренько за 30... Пока он стоит здесь 30 минут на базе, ты можешь быстро куда-то сбегать, там ресурсы потаскать, вернуться обратно на базу, восстановить энергию за счет его бафа, там... 100 минимум восстанавливает, если не 200 сейчас, пока 200 энергии всего. Ну и все, гораздо эффективнее, чем будет, наверное, опыт. Один час 3 минуты вместе с бафами. А, кстати, у нас щенок должен был вырасти, давай посмотрим, что за щенок вырос, какой навык, глядишь, он какой-нибудь навык мне будет полезный для меня, кажется, но... Тайсон, пожалуйста, не подведи. В смысле, при чем тут улучшить и монетки? Запасливый, вольер уменьшает и компания увеличивает опыт. Чтобы баф приносил, смотри, я захожу, нажимаю на временные бафы. Больше опыта только получаю от лекаря. И чтобы бонус от собак был, мне нужно взять, там, мяска чуть-чуть накинуть. А, блин, у меня такого мяса нету, да? Ну ладно, окей. Чтобы было, чисто чтобы было. И 4 бутылки, естественно, взять. Потратить, ой, я в туалет, походу, захотел. Нет, не захотел. Идем помоемся. 4 бутылки, идеально. 2 утолить жажду, 2 помыться. Пока 40 минут бегаю, они восстанавливаются. Прибегаю обратно, моюсь еще раз. И спокойно иду в красную локацию. Это реально топ. Так. Вжух, все готово. И он теперь мне приносит баф. 2 штуки, нет, не один. А почему во временных бафах оно не определяется, а?
А, подожди, гуляет по базе надо ставить. Ну теперь бафы будут. Вот, больше опыта и компаньон. Как раз таки тот навык. Плюс 1% чуть-чуть больше опыта будем получать. То есть, например, вместо яростного гиганта, у которого будет 500 опыта получать, я буду получать 505. Ну, в данном случае, наверное, 510. Я не знаю, какую сумму складируется это все будет. В любом сосновом лесу бежим на красную локацию сразу, потому что я не вижу смысла сейчас бегать на оранжевую, потому что, ну, толстяки мне нужны, да? Мне нужны толстяки. 5 обычных и 1000 токсичных толстяков. Так что за одну красную локацию я сразу выполню задание. Остается модификация, то есть модифицировать свою броню, которая у меня есть на базе изначально уже. Там так, чуть-чуть по мелочи. И как... А, гуманитарный груз. Надеюсь, он сразу появится. Это будет круто. Так, давай я музыку уберу. Я думаю, она тебе мешает при просмотре, когда я особенно накладываю дополнительную музыку. Можешь написать в комментариях, кстати, как тебе вообще музыка в моих видосах. Продолжать ее делать или оставить внутриигровую. Жуть. Ля ты крыса, да? Угарно. Подожди. Я его убить смогу? Подожди, дай мне палку. Я ему палку кину еще. Готовы? Залупа называется, парни. О, щет. Смотри, глок выпал. Крутяк. Можно будет в подвал как раз сразу спуститься. А, следующий ящик. Ага. Что-то мне кажется, меня туда не пустят. Тупо не пустят. Либо замков слишком много, и взломщик не подойдет. Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Ух-та-та, мы везем с собой кататься. Сигареты на болты. Да ладно, ты смотри, еще один глок, вообще жестко. Че, подожди. Это кобздец. Давай сразу навык откроем. Это у нас пускай освеживатель до конца добиваем. Теперь по крафтам нам какая-то ерунда доступна, наверное, да? Глок можно будет скрафтить. Круто, круто. Но я этим, конечно, заниматься не буду. Мне бы сейчас генератор. И станок для переработки. Станок для переработки такие ресурсы требует. В принципе, алюминиевые слитки. Боксит надо бахнуть тогда. В чем проблема? Оп, требуется взломщик 3 уровня. Крутямба, 2 глока. Целый глок, в принципе, если так вот посчитать, то целый глок реально забрал. Круто, я думаю. Ой, олененок. Смотри, персонаж стоит на месте и не может найти. Значит, деревяшка или что-то находится за препятствием.
Ну так вот, новый навык получили. Свежеватель до конца будем качать. Глок, все замечательно. Я даже не знаю, куда идти. Просили, кстати, зайди на заправку, покрути там крышечки, пожалуйста. Может, сегодня покрутим. И мы уже на заправке, нас просили сюда сбегать, мы сбегали. Давай посмотрим, что здесь. Ух, куча байкеров есть. Да. Oh, yeah. И есть у нас так называемая слот-машина. Здесь можно покрутить монетки. Фишки эти можно получить при прохождении бункера Альфа, Бараву, полицейского участка, фермы, основных таких локаций. Здесь их можно тратить и получить, вообще выиграть вообще от этого, от М16 до трансмиссии, от тактического рюкзака до алюминиевой пластины. Ну что, давай попробуем, смотри, спин, опа, мало, тоже проиграем. Вот сейчас мы выиграем, я подниму ставку в два раза. Еще в два раза. О май гад, о май гад, ай-яй-яй, как мне повезло. Все, сбрасываем ставку. Раз. Крутим. Два крутим. Три крутим. Поднимаем ставку два раза. Подожди, мы три раза крутили? Может, в три раза поднять? Щука, не знаю, как это. Здесь математика не совсем такая. Ну, два раза, окей. Поднимаем два раза. Еще на один раз, допустим. Нормально, нормально. Минус 50 очей ушли, подумаешь. Раз. Два. Та-да-да-да! Вот, кстати, вот джекпот, и смотри, вот, видишь... Трансмиссия, тактический рюкзак, там, не знаю, калашников, электроника. Здесь на самом деле уже придумано, что тебе выпадет, но надо вот так вот крышки взять, перевернуть. Ну все, я в дамках. Ладно, шучу. Теперь смотри, давай по методике сапера будем играть. Здесь серое в углу. В противоположном будет тоже серое. Ладно, не работает. Почему вот сюда хочу? Шансы равны, но, блин, я не знаю, что. Я думаю, что здесь мне предусмотрели все-таки электронику. Ну, потому что тактический рюкзак не дадут. Либо калаш, либо электроника. Что-то из этого. Кликать сюда, ну, естественно, электроника. Мне хотели дать. Эту всю ерунду ты забираешь отсюда. Оно все здесь копится и, по идее, не должно пропадать. Но мы это позже проверим. Как-нибудь в следующий раз. Ну, короче, давай, джекпот и бахнем, и все. Обычно, когда я провожу прямые трансляции, и выпадает джекпот, я прошу, выбирая одного победителя в чате, и он называет цифры, какие открыть крышки, перевернуть. Вот такая вот интерактивная игра на стримах у меня. Запись идет и это. Та-да-да! Ну тут тактики не будет. Видишь, все одинаково, и потом все, любую выбираешь, вот тебе М16. Плюс огнестрел, копилочку. Круто. Либо 5 попыток, либо 2, да? Раз. Ну все, на все играю. Ну, не сыграл. А на самом деле лучше всего по десяточке. Так больше всего попыток будет у тебя. Соответственно, больше джекпотов ты сможешь выбить.
Просто не паришься, ставишь десяточку и автоспин, и крутишь так джекпоты постоянно. Зачем вообще эта заправка? Для кого она сделана? Здесь можно проапгрейдить у Джейн, механик, ее вообще Джейн зовут. Когда создашь чоппер, сюда можешь приносить ей вилки, бензобаки, колеса, части двигателя, болты, резиновые детали, там провода. И поднимать у нее репутацию, а репутация будет, ну не репутация, а как, очки прокачки твоего байка. Чем больше очков прокачки, тем больше уровней у твоего чоппера. Соответственно, там тоже, так скажем, навыки будут. То есть можно слотов 8 штук сделать вместо обычных 2. Потом добавить экономности, чтобы он не так быстро бензин тратил при езде на локациях. Потом увеличить объем бака можно. Узоры выбить редкие. О, все. Мой зверь пришел. А могу не париться. Взять глок. Ты прыгать будешь? Да-да-да-да, новое задание выполнено, крутяк. Нужно его отсюда валить. Наконец-то. Валим, валим, валим. Не хочу я с тобой драться, у меня ничего нету. Гуманитарный груз не появляется, но мы сбегаем на базу к себе, и он появится. Погнали. Получается создать 3 любые усиленные предметы брони. Соответственно, смотри, есть замечательная броня, рейдерская называется. Есть вот рабочая, я ее называю. Ее пару раз, наверное, придется все-таки скрафтить. И другая броня, это вот как раз-таки ее улучшенная версия, усиленная. Давай ее как раз-таки сделаем. Гвозди требует, да? Это жутко, правда? Это правда, очень жутко, жутко, очень, правда? Ну, в принципе, у меня хватает ресурсов-то. Пластины. И вот это вот понадобится. А, клей. Сейчас, подожди. Кожа нужна, кожа. Кожа есть, все. Теперь сама броня нужна. Для этого сейчас я найду. Притащил из других локаций, когда мы проходили. Там самолет, что-то еще, что-то еще. Вот у меня есть ботинки и штаны. Вот мы их сейчас, пожалуй, проапгрейдим. То есть ботинки, бац, и штаны. Раз, два. Да-да-да-да, задание выполнено. Теперь у нас целые штаны есть. Это круто. То есть мы рабочую сначала носим, почти полностью убиваем, оставляем там на несколько ударов. И получаем новую броню. Это круто. Получается, одного сета брони будет хватать на 2 этажа, например. Это же круто совсем. Это вот прям как хочется, чтобы было всегда. Давай стол оружейника сделаем. Ресурсы какие-то необходимые вставим. Сейчас будет готово и будет понятно, что еще нужно будет давать. Покрафтим некоторые ресурсы. Так, это есть, болты есть. Провода 12 штук, резиновые детали. Сейчас провода возьму. Так, провода. Здесь в другое место провода мне не понадобится. Так, и 3 маленьких ящика получается, да? Благо растительное волокно и бревна есть. 3 маленьких ящика. Металлом. Просто ячейки надо освобождать, вот в чем подвох. Раз, два, три. Я просто уже не знаю, куда их девать. Место надо освобождать. Место, оно не резиной, не растягивается. Да-да-да-да, завершить. Все, смотри, это стол оружейника. Здесь надо быть очень внимательным. Такая вот мелочь. Некоторые играют там несколько недель
и при этом не знали, что стол оружейника делится на два объекта. Основной стол, где мы можем ставить модификации, и дополнительный стол, где мы можем собирать эти модификации. Модификации мы один раз собрали, и потом хоть сколько угодно раз можем их ставить. Например, я точно знаю, что мы на М16 получили вот эту вот ручку, очень крутую, которая позволит нам в будущем неплохо так отжигать в бункере Браво. Потом, я даже не знаю, на Калашников что-то было хорошее. Вот прицел есть у нас. Мне казалось, что-то еще похлеще было. Блин, на дробовик. Блин, я не помню, на что мне что-то падало. Какие-то моды же были. Все, теперь осталось на копье это все дело выбить. Модификации, потом с копьем будем в локации проходить дальше, да. Супер, ультра эконом. Ну ладно. Гуманитарный груз. Да-да-да-да, он недалеко. Вау, о май гад, ребят. Это дубовая просека, ребят. Это ж круто. Я не взял хил, но ничего страшного. Открываем ежедневный бонус, забираем и будем наслаждаться просто замечательной своей жизнью. Ой, щет. Оп. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Пацаны, вы что так в ряд стоите? Ну только не говорите, что это все из-за трусов. Красных труселя. Сейчас залутаю и валю отсюда к чертям собачьим. Не трогайте меня, окей? Гав-гав. Та-да-да-дам. О, кувалда появилась теперь. Ну, в принципе, здесь все забрать, кроме талона зеленого. Он мне нафиг не нужен. Это ресурс, который просто место сейчас будет у меня занимать. Так как я первый раз иду на локацию старой фермы, то там в ящике будет М16. Смотри, вот сюда захожу, открываю. Ну ладно, давай сначала ресурсы все вкладывать будем. Оп, оп, оп. Оп, вот так вот, 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 вот так вот. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Как же ящика не хватало, да. Ой, рюкзака не хватает на самом деле. Хила, надеюсь, мне хватит. Здесь М16 и вот тот самый молоточек цельный, лёшенький такой. Сейчас его закидываем сюда. И вот с М16, если вдруг там что-то жесткое будет, я смогу это М16 воспользоваться. Ну и аптеку я с собой чисто взял. Так, подожди, а прикол в том, что смотри, каменные блоки. Я сомневаюсь, но надежда есть, что там будут каменные блоки. Нет, их нету. Давай посмотрим по заданиям. Было бы прикольно, если бы каменные блоки здесь были, я такой беру просто чисто. Блин, а я ж мог по-другому поступить, по идее, да? Не мог ресурс, который здесь есть, мог с собой не брать. Один стак досок мог вообще не брать. Серьезно, один стак. Я мог блоки вместо них взять. Ну, больше ничего я не смог бы поделать. Так что один стак бы сильно не повлиял бы на собранность моста. Потому что две ячейки не хватало. Дубовая просека. Какое там на этот раз событие? Да-да-да-да. Снова повторяется событие. То есть у нас патруль, и здесь аллея всего будет. Катана дополнительная. Вот, гвозди, три бревна. Дубовых, правда. Но ничего страшного. Так, надо так, чтобы тот не согрелся. Замечательно. Сейчас быстренько все это пройдем. Ну, давай посмотрим. Блин, хочу катана, чтобы там была, но сомневаюсь, что там. О, тесак нормально. Не так сойдет. Тесак тоже неплохо. Блин, мачете. Ну, мачете так уж и быть лучше долма, и ну его нафиг. Бегать с ним еще гоняться. Ух ты, чувак, жирный ты мой.
Легкое событие, как в прошлый раз, так что неинтересно, неинтересно тебе. 23 всего. 3 халявные там с трупа достались и 20 голых на локации. Да, так оно и есть. Новый навык, байкер. Горячая кровь. Горячая кровь. Здесь, ну, по-другому быть не может просто. Или здесь я патруль, кстати, еще не видел. Чтобы он здесь гулял. Ну, давай посмотрим, получится у меня сейчас его найти или нет. Патруль, ты где? Э? Ты где, патруль? Да, вот он, патруль. На облаках шарятся рейдеры. Патрулируют зону, а в итоге я их уже ограбил. Ну блин, коль я здесь нахожусь, давай выполним задание из дневника выжившего. Это посетить смотровую вышку. Смотри, вот выше. Дойти до смотровой вышки. Давай его быстренько выполним тогда. Мы тут очень близко к нему. Все, мы дошли до смотровой вышки, по идее. Ну, Кузька, покажи мне задание. Да, отлично, оно сделано. В любой горной местности создать генератор. Зараженный лес, станок для переработки, бункер Альфа, бункер Браво. Старая ферма. Улучшить 8 стен до второго уровня. Ох, ё-моё, здесь можно, кстати, порубить. Кстати, для фарма энергии проще всего вот так вот нажимать на самой дальней точке. В данном случае это у меня полицейский участок, либо вот эта вот локация. Нажимаем бежать и смотрим рекламу. Last Day on Earth. Это Майнкрафт в мире зомби-апокалипсиса. Так, я с собой взял, получается, недобитое мачете, потом труба, которая где-то мне досталась, вроде бы с гуманитарного угруза одного выпала. Разрушители скрытых атак, недостающие каменные блоки для старой фермы и теса, которые только что получили на дубовой просеке. Ну и М16, которая была в комплекте машины. Так, по броне. Броня обычный сет, самый первый. И два стака морковки плюс одна аптечка. Хотя надо еще учитывать, что новые уровни, скорее всего, будут браться мною. Что, погнали смотреть, как получится. И надо было еще сказать то, что на локации было показано, что она не обновилась. То есть таймер не начал счет, типа она не активировалась. Ну ладно. Так, тут я, пожалуй, буду делать так. Разрушителем буду жертвовать. То есть я первого сагрил, потому что он ко мне лицом стоял. Второго я скрытно нанес атаку. Потом добил его. А сейчас яростного гиганта я сагрил и добежал до черепа с ним поболтать, чтобы яростный гигант дошел до конца моста и развернулся. Главное, чтобы он меня сейчас не ушатал. Тут, кстати, перезаходы работают. То есть после перезахода не будет восстанавливаться пока что ХП. Здесь делаем скрытую атаку и сразу вдоль этого ворот убегаем просто-напросто и все. Чтобы урон по нам не прошел, так лучше всего будет. Ждем, когда дикий гигант добежит до конца, вернется обратно и снова скрытая атака, и наслаждаемся жизнью дальше. Главное, чтобы когда его догоняем, мы за первый круг не зашли, а то он сагрится. Все, малыш. Спать. Сразу. Спишь как без головы, словно. Так. Ну, мачете это жестко. Ох, ёк-макарёк, они дерутся. Здесь два блока, где уже зомби дерутся. Кстати, я предпочитаю проходить локации так, чтобы это можно было изначально блоки зачистить, а потом уже ящик ставить, чтобы его лутать. Потому что когда ящик поставишь, все зомби сбегутся.
Тогда придется огнестрел, там гранаты тратить в таком случае. Вот этого яростного гиганта, дикого гиганта, Ягу. Нет, не Ягу. Дикого можно не трогать. Кстати, на свой страх и риск уже. Здесь вот такой вот маньяк есть. Просто вот так вот сделали, сагрили и побежали обратно. Мы начинаем кружить. Очень опасно. 2-3 удара и в сторонку. 2-3 удара и в сторонку. Если у тебя устройство слабенькое, то лучше всего с огнестрелом. Целый блок можно на него потратить. И лучше всего изначально броню снять, потому что его плевок очень сильно ломает броню. Вот эту броню он, наверное, с плевков с 2-3 сломает полностью. Это жуть просто. Можно на кулаках убить для экономности? Можно с закрытыми глазами не глядя. Но реагировать успевать надо. Зомби очень легкие. Это, наверное, первый зомби из таких вот основных воздейных survival, который будет убиваться новичком. Хотя, возможно, типа охотник. Напиши в комментариях, кто твой первый босс был. Типа охотник, ведьма, разоритель, громила. Вот так вот говоришь, аж смешно становится, да? Там не знаю, кто у нас есть. Ликвидатор бункера Альфа на втором этаже. Какой-то там еще дурень. Грег, не знаю. Кокон с паразитами. У меня видос на канале был, как ферму проходить. Там я буквально зачистил ее за 20 минут. Если хочется, можно посмотреть после ролика. Так, два бинта сразу можно скрафтить. Я лучше этим сразу и займусь. Так, вот это заберу. Камеры, флажки я трогать пока что не буду. Дальше у нас по порядочку дальше. Я зачищу саму старую ферму. Ну, вот этот ангар, где можно, кстати, получить... что? Там можно получить части от чоппера, потому что там байк стоит. Оттуда есть шанс выпадения бензобака, вилки, колеса, части двигателя. Вот такие вот дела. Понял, все. Старая ферма. Для чего она вообще нужна? Она тебе даст щенков в первую очередь. Щенки — это очень круто. Здесь минимум одного щенка ты получаешь. Если открывается ангар, то и второго щенка еще получаешь. Так, ну-ка, иди ко мне. Малыш, все, видишь меня? Давай подеремся. Спать, малыш, спать. Так, дальше разрушитель. Я, наверное, возьму и побегу еще по этой локации. Его, конечно, можно не убивать. Можно с помощью вольтрика, то есть дверь открыть, с помощью вольтрика его убить через стенку. То есть наносим атаку, открываем, забегаем сюда, он через стенку тебя бьет и через стенку его убиваешь. Вот таким вот макаром. Но я так не хочу. Поэтому мы побегаем немного. Сейчас. Так, интересно, что здесь. Какой здесь? Опа, здесь ребята просто стоят. Круто. Значит, две локации у меня жесткие. Это вот и та, потому что там очень много. И так еще волков слышно. То есть их по-любому придется с огнестрелом наказывать. Это жуть. Это реально жестко. Так, все, поболтаем с черепом. Подождем, когда яростный гигант. Да дикий гигант, дикий. Дикий гигант свалится от нас, вернется на свою точку. Мы его скрипно убьем. Две локации у нас уже есть, где будут зомби драться, жесткие. Как минимум одна уже точно. Там, ну, без М16, наверное, точно не обойтись. Так, труба есть, я наготове, хорошо. Давай сразу ее просто убьем. Я, как и говорил в начале прохождения старой фермы, я... А, мне почему-то показалось. Видите, оказывается.
Я думал, там я слышал удары клыков. Сюда встанем и начинаем ломать. А, глаз чешется. Все, задание засчитано. Я маньяк. Ладно, перезаходим. Вот в крайних случаях, когда ты профукиваешь в тот момент, когда они пересекают границу, выходишь раньше, то все. Проще будет перезайти просто. Так. Ну, хорошо, что там волков нету. Тогда М16 останется напоследок на... Будет вишенкой на торте, когда ресурсы буду забирать. Отсюда мы вот такую броню потратим, а заберем более крутую. Так. Вот, из-под сена, кстати, собираем народ. Ну, тогда лучше уж перезайти, потому что... Их лучше... Зачем их убивать, вот этих девушек из-под сена, которые вылазят, когда можно выйти просто... Зайти их не будет. Это круто. То есть надо все сена, все сгустки сена обойти, чтобы они все повылазили, выйти и зайти обратно. Можно закрыть игру и заново включить. Жуть, как же это все долго будет делаться. Но поэтому я предпочитаю поэтапно. То есть я бы начал бы с верхней. Если бы там кто-то побежал бы за мной, я бы просто побежал бы вниз, здесь бы из-под сена всех вызвал бы. Но, увы. Профукали момент. Пойдем убьем тогда на нашего любимчика. Дикого гиганта. О, я запомнил, ну ура! Я запомнил, как его зовут. Что касается вот этой комнаты, то здесь как повезет. Здесь вот здесь, да, у меня, например, сейчас просит третий уровень взломщика. В прошлом видео с полицейским участком там говорили, что, ой, как странно, я смог залутать там с каким-то уровнем взломщика, например, комнату в полицейском участке, хотя там требует третий уровень, а человек смог. Получается, это все дело рандомно, то есть у тебя может быть... Что навык взломщика вообще не понадобится, и ты сможешь спокойно открыть дверь, залутать. Там крутые ресурсы, кстати, падают. Именно в том месте. Я тут с собой топорик взял для дубовых бревен. Не знаю, почему-то захотелось взять. Обменяем топор на бревна, почему бы нет, да? Особенно учитывая, что дубовые бревна здесь могут еще выпадать в самих мешках и тому подобное. Вот единственное, что здесь бычара будет мешать мне. Ох, как крипер звучит, или как зомби. Майнкрафт вспоминается, да? Вот такой жесткий звук был. Прям вау. Так, сейчас надо будет растительное рагу взять. Да, с ума сходишь уже, Голодер. Спать тебе пора давно уже. Пол второго. Так. Щука. Он мне может помешать сейчас? Она готова бегать? Все, побежали. Но поэтому я говорю, что надо готова побегать, потому что если бы у меня был бы мощный разрушитель, то я смог бы его с одного удара сделать и потом радоваться жизни. Потом следующего еще со скрытой атаки и все, наверное. Так, тут у нас... О, синий ящик. Смотри, вот сено, раз. Из-под сена никто не влазит. Сено, два. Из-под сена никто не влазит. Сено, три. Из-под сена кто-то влазит. Ох, ёп, корный бабай. Из-под сена кто-нибудь влазит. Опа-па-па. Все, перезаходим, выходим и заходим обратно на локацию.
На поворотах же реально, вот на таких вот мостах, не знаю, на перилах, старайся поворачивать максимально быстро сразу, чтобы они тупили больше. Тогда меньше ударов. Они будут стопориться, зомби, при прохождении таких препятствий. И, соответственно, меньше урона. Если бы я бежал бы напрямую, то не факт, что они бы притормозили. Так, я теперь знаю, где у нас ящики. Здесь у нас зомби. Я хочу зомби здесь позвать. О, видишь? Кстати, когда зомби дерутся, это очень опасно. Всегда смотри, чтобы у тебя ХП было больше 50. Потому что бывает такое, что никто тебя не успел... Вроде как рядом никого нету с тобой. Но кто-то все-таки успел тебя ударить, а урон от дикого гиганта еще проходит. Как в данном случае, от бегуна урон прошел. Хотя мог урон от гиганта пройти, там ХП 40 где-то снять могли. Залпом сразу. Так, в принципе, там больше никого. Ну, здесь и давай просто вот этих ребят зовем. Тутти-фрутти, тутти-фрутти. Иди ко мне, иди. Ай, малыш спрятался. Как же неловко стало мне. Так, развернись. Не трогай меня. Опа, еще один. Лучше подождать, когда все развернутся тогда. Все. Можно идти. Второй фермер не захотел. Он бил, получается, был... не знаю. Был включен на в другом фермере, которого я убил. Когда я зашел, он точку зрения поменял свою. Вернулся обратно на базу. Опа, прикольно. Опа, здрасте. Твою Машу, фу-ху-ху. Живучий я, кобзда. Вот это повезло, конечно. Капец просто. Осталось, чтобы бык зашел и вернулся обратно. А не за мной петлялся. Подожду лучше его. Он самый медленный здесь. Мне это жуть. Повезло, капец просто. Зачем я защищаюсь сразу? Для того, чтобы когда я поставлю сундук на распил, то меньше всего зомби прибежит ко мне, потому что будут убиты. Они при распиле сбегаются все туда. Все, развернулся, малыш, круто. Ну тут я уже, получается, всех легких зомби убил. Утать ящик не буду. Здесь у нас... Щеночек, покажи. Ошейничек. Поверни сюда. Мальчик, вот кобель, блин. Не хочу так себе девочку. Прям не знаю, как кого. Говорят, что если поменять пол в игре, то и щенки тоже начинают противоположного пола попадаться. То есть, если мальчики падали, то начнут девочки. Так, дальше у нас блок идет. Тут я уже, наверное, не буду экспериментировать со скрытой атакой, потому что у меня нет возможности бахнуть. Хотя, смотри, здесь прикол такой, что я успею еще отбежать. Вот сюда подхожу, делаю скрытую атаку, валю. Валю, валя, вали, вали, валя. Сейчас по максимуму отбежим, чтобы я успел поменять. О, отлично. Кого надо взяли. Все, 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 все. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете, окей? Ну, в принципе, вот это вот центральное зомби может тоже сейчас
Сагрить, все равно, когда с черепом болтать будем. В смысле жизни. Он вернется тоже на свое место. И все, сейчас уже можно ящик взять, поставить и брать им 16 в руки. Главное, чтобы заданий завтра не было. Что-то связано со старой фермой. Потому что все выполнено будет. Я реально не помню, какие задания. Вообще в целом там. Так. Ну, топор, наверное, уже выкинуть можно, потому что там буквально пару ударов, наверное, осталось. А я занимаю целую ячейку. Они что, уже развернулись? Так. Щенка. Разрушитель не понадобится. Трубу еще возможно. Вот это здесь оставлю. По почте отправим обратно веревки. И это пускай здесь валяется. Все. Вот так. Вот таким ассортиментом пойдем. Забирать ящик. Его же охраняют. Придется сейчас помансить. Смотри, как делает. Привет, гигант. Пошли за мной. Сейчас заберем. Ящик оттуда надо своровать. Просто. Потащим туда его. Наверх. Поставили. Валим. Ох-ох-о! Крутямба, что сказать. Вроде мало отвели. Надо подождать еще. Все, давай, побежали. Не-не-не, сюда. Только не разворачивайся, мне это не надо. Вот. Если дотащить до того трупа, то этого, в принципе, будет достаточно. Все, валим отсюда. К щиту болтать, к щиту, к черепу. Пускай становятся на свои места и радуются жизни. Что у них свистнули синий ящик с очень ценным лутом. Ну, получается, что я потратил пока что. Целый тесак, одну треть мачете, две трети железной трубы. Ну, навскидку, этот получается тесак и... Допустим, целые мачете. Ну ладно, наверное, не так. Допустим, давай две трубы и тесак. Стак рагу, морковки. Стак морковки пока что. И вот половинка М16 с собой в руках. Так, там... А, дикие гиганты между собой дерутся. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это так. Кстати, здесь с этими гигантами можно вот так вот тихушку проходить. О, как круто получилось. Берем, покажем. Опа, опа. Щука. Сагрили, тварь. Не на ту кнопку нажал, затормозил. Сейчас он уйдет. Все, берем и повалили отсюда. Вот так вот. Ноги не такие сильные, но поэтому медленно передвигаемся. Все. Ой-ой-ой, тихо. Хитрый какой. Побежали. Ну как? Пошкребли, так скажем. Должен успеть. Да, уже успел. Замечательно. Вот наш первый синий ящик на старой ферме. Посмотрим, откроется ангар или нет. Если открывается, то это еще дополнительно надо будет потратиться в плане хила с огнестрелом. Ну ладно, не только с огнестрелом. Сейчас, подожди, есть что-то. Веревка, ладно, спасибо. В плане холодного оружия, потому что у меня тут уже ничего не осталось-то,
кроме моей половинки. Пальба. Смотри. Пытаются открыть. Кобздец, что со звуком? Кобздец, их много. Так. Мочар за нами. Стреляем короткими очередями. Не стараемся зажимать. На самом деле должен был звук лесопилки этой быть. Но его нет. Так, диких гигантов начинаем крутить теперь. Потому что они для нас помеха большая. Здесь я, пожалуй, развернусь. Так, броня у нас половинка села, но эту броню я лучше уж здесь оставлю. Но сейчас у меня не получится, потому что половина диких гигантов должна остаться здесь. Вместе с легкими зомби. Вот так вот толпу собираешь и закидываешь гранатами тупо, и все. Можно прям с другими зомбями. И здесь можно еще вот эти залутать, пока бегаешь. Спокойно, вообще без проблем. Вот в одном синий ящик был, значит, в остальных и у нас мешки можно облутать. Ресурсы сложить. Например, сейчас вот эти мы можем просто убрать. Вот, вот это забрать. Опа, уголек пускай валяется там. А вот алюминиевые слитки я обязательно заберу, они мне нужны. Прям необходимы вообще по максимуму. Ну что-то с этим распилом, со звуком, случилось что-то очень странное, потому что звука распила-то не было, как она пилит сундук. И выстрелы накосячили. Смотри, первая схема. Ломти резко, круто. Броня сразу меняется. Это забирается. Аптеки, это. Медные слитки, клей. Вот, кстати, те самые крышки, белая краска, круто. Но мы ее позже уже заберем, потому что нет смысла сейчас везде гоняться за этим всем. У нас осталось два места, где можно облутать. Сет брони получили. М16 косу. Косу. Так. Вам терезку. Очень крутой мод на мачете. Но мачете сама по себе дорогая. Эти записки я буду использовать тогда, когда накоплю сам баф себе. Получается. На копоту, и тогда можно будет бустануться по уровню. В противном случае сейчас нету смысла так загоняться. И использую сейчас. Так, все, хорошо, что я их не сагрил. И вот этот мешок я облутаю с этой стороны, чтобы меня наверняка не зажали. О-хо-хо! Шикарно! Идеально, ребят, идеально! Алюминиевый слитков сколько? 3 штуки. Еще потерпеть, и через сутки можно будет зачистить. И получить себе. Это реально круто. Ну что, крутое прохождение получилось. А вам интересно, это круто. 3 алюминиевых слитка. То есть мы, если потерпим еще, и в следующий раз еще 2 получим, то это то, что нужно мне будет. По идее, для того, чтобы, во-первых, станок для переработки создать, нужно 5 алюминиевых слитков. И еще один момент, это генератор. Для генератора еще 5. Но для меня предпочтительнее сейчас станок для переработки. В него надо будет вложиться. Я не знаю, алюминиевый слиток у меня один хотя бы есть, нету. Но у меня сейчас здесь было получено 3 алюминиевые проволоки. Если их закинуть в печку, то 2 алюминиевые это 1... Две проволоки, это будет один алюминиевый слиток, вот такой вот, шоколадка. Ну, в принципе, неплохо. Что, получается, потратил? Чуть больше половины сета самой обычной брони. Морковь, один стак. Мачете, труба, тесак. Половина М16. А получил целый дробовик. Косу, и разрушитель, там половинку разрушитель, допустим.
4... Так, 3 аптеки и 4 бинта, если не ошибаюсь. Ну, один бинт и одна аптека у меня с собой были. В принципе, очень даже ничего на самом деле. Единственное, что у меня еще где-то на старой ферме валяется уголь, который я могу забрать. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео и на новых стримах. Всем спасибо за просмотр. Запись дубля снята. Спасибо. Пока-пока.